я ее израсходовал в аптеке, купил то, что мне нужно. Нож по отожоге, ну, там много что было. Это очень, очень мне понравилось. Это не мелочь. Говорят, что мелочи приятно. Это не мелочь. Amen. Утром, например, я встал, замерил, у меня было пульс 77 и насыщенность кислородом в крови 97-98 единиц. А когда перед сном замерил, то пульс был 120 и насыщенность 93 или 92 единицы. То есть контролируешь состояние здоровья в случае необходимости чуть к врачу. Мы теряем время на чем-то на этом. Вот такой подарок был от Собянина, от правительства Москвы, пенсионерам. Карточку на 1000 рублей выдавали всем, но совсем дряхлым еще коробку подарочную. Лосьоны, бальзамы, шампуни, там какие-то еще жидкости, обеззараживающие жидкости, таблетница. Сейчас даже не вспомню все. Но я с собой не все взял. Мне очень понравились вот эти БАДы, витаминки. Там рыбий жир в капсулах желатиновых, потом еще какие-то витамины. Блин, даже не вспомнила, зубная щетка и тюбик с пастой. Конечно, разные люди по-разному оценят все это, но я благодарен. Анекдот слышал про Собянина, по телевизору передавали, по-моему, Норкин рассказывал. Идет Собянин по Москве, кругом плитка, красиво, замечательно. Идет, идет, смотрит, тротуар, по которому он шел, упирается в здание, и эта плитка прям по зданию поднимается вверх. Он поднимает голову, смотрит,
все это упирается в небо. И вдруг голос сверху: даже не думай. Что такое? А, вот уже они, блин. Да, блин. Даже не думай. Ну, домики хорошие. Старенькие. Крылечко, крыльцо с крыльцом, вот. Деревянные, все увиты плющом, заброшены, к сожалению, заброшены, покосились некоторые. Лето, время ремонта и строительства дорог. Халахалянка. Ванькова, Винькова. Винькова здесь, а в сторону Орехово-Зуево Буникова.
Тарапыги, блин. Если так торопишься, ну иди на магистраль, заплати деньги и езжай 130. Нет, блин, нужно вот здесь выпендриваться. Проверю карту памяти, сколько свободно.
хоть. Аномальная погода, ситуация в России в этом году. В Карелии пожары, наводнения. На востоке, в Магадане, в Якутии пожары, наводнения. В Сибири то же самое. В Крыму затопило Симферополь или Севастополь там. Ну, в общем, все позатопляло. Вышний Волочок. Интересный мир. Станция 13-й Амстердамской столовой. Находится на 292-м километре. Не помню, раньше дорога была через город или в объезд. Колонна у нас.
Все, дружище, въехали в Затыбели. Сам сдавал задом, наехал. Вот мотоциклисты те. Проехали, отдохнут. Птичка, хаус дом, так что ли? Птичкин дом. И через жопу я встал как-то. Удомля. Он вышний волочек, не волочек. Ну вот, по магистрали пролетели бы и не видели, а теперь имеем представление маленькое-маленькое, что такое вышний волочек. Ну это окраина вышневого очка. Надо полагать так. По окраине. Thank you.
бы тут производство, чтобы люди не ездили в Москву на работу. Мототуристы. Тоже дома покосились, но, видать, еще живут люди, что автомобили рядом. Ну, у дороги шумно, наверное. Появился, я его не видел. Только что в зеркало смотрел. Thank you.
ловили рыбу, а поймали рака. Целый день потом искали, где у рака попка. Так, вышний волочек прошли. Волочок. Волочкова. Волочок. Валдай, Великий Новгород, 221. Ребята, только чай. Однажды взял такого, подвез, дождь был, сыро, прохладно. Стоит мальчишка, голосует. Подвез его. Сколько километров? 7-10. Ну, не важно. Вот. Он вышел. Я еду дальше. На заднем сиденье у меня лежали сигареты. Ну вот он вышел вместе с сигаретами. Дома с интересной отделкой зеленого цвета. Яблоки, что ли, взять? Ведро, куда мне ведро?
домики. Старенькие домики, покосившиеся. Когда-то люди жили. Земля им пухом. Рушатся, рушатся. Красота, а не дорога. Деревья, все. Ну, сравните магистраль. Не агитирую ни за то, ни за другое. Просто констатирую факт.
Железная дорога.
что за сооружение за дворец?